بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ايها الاحبه الكرام السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته Мы представляем новую передачу из цикла прими истину и подтверждение». У нас в гостях уважаемый Хабиб Али Зайнула Бедин, который не нуждается в представлении. Добро пожаловать! Хабиб Али, да вознаградит вас Всевышний! Мы неоднократно слышали от вас и других шейхов слова суфийских ученых, что весь Тассавву является этикой. Если ты улучшил этику, ты улучшил свой тасаввуф. Тем самым они показывают степень этики в нашей религии. Не могли бы вы разъяснить для нас достоинство этики в нашей религии? <troublesome> Хвала всевышнему Аллаху, мир и благословение нашему Господину Мухаммаду, его семейству, сподвижникам и всем, кто последовал за ним. Поистине, когда Всевышний пожелал показать величие нашего господина Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалам, он не упомянул в своей великой книге какие-либо из великих достоинств пророка, кроме качества его нрава. Всевышний сказал, «И поистине ты обладатель великого нрава». Частица «Аля» придает смысл «над», нахождение над чем-либо. Всевышний не сказал «фихулюкин», напротив, Он сказал «ты над благими нравами». Какого бы благого нрава ни существовало, наш Пророк, саллиллаху алейхи вассалам, над ним. Связь величия с нравом показывает нам, что наиболее приближающая нас к Всевышнему после Единобожия является прекрасный нрав. То есть после степени тавхида следует благой нрав. Человек возвышается в Единобожии благодаря проявлению благого нрава. Таким был нрав нашего Господина, саллиллаху алейхи вассалам. Его нрав проявлялся в его общении со сподвижниками, даже с неверующими и даже с врагами нашего Господина, которые причиняли ему неприятности. Как мы видим в истории с иудеем, который одолжил пророку Алейссаляту Ассалам и пришел к нему на два дня раньше установленного срока, он кричал в лицо пророка в присутствии сподвижников, говоря, «О, Мухаммад, выплати долг, верни мои деньги! Вы, племя Абдуль-Муталиба, люди, оттягивающие выплату!» Он обвинил пророка, саллиллаху алейхи и его семью, весь его род. Умар рази ангу, охватил гнев, выхватив меч, он попросил позволить отрубить шею иудея за причиненные оскорбления. Пророк, саллиллаху алейхи вассалам, сказал, О, Умар, успокойся, я и он нуждаемся в другом. Почему ты не попросишь его соблюдать этику, а меня выплатить долг? Разве не это велит тебе твой Господь?» Вот в чем сущность пророческой этики. Это повлияло на Иудея, и он принял ислам. Ключ ко всем достоинствам, что приближает к Всевышнему. Ключ в получении довольства Всевышнего, в получении помощи Всевышнего. Ключ для пробуждения уммы, ключ для преодоления пути к Всевышнему. Все это связано с этикой. И если мы поразмыслим, мы поймем, что секретом изгнания Иблиса, да сохранит нас Аллах от этого, было нарушение им этики, адаба. Иблис, да сохранит нас Всевышний от его зла, не был изгнан по причине, связанной с грехом, таким как убийство или воровство. Проявление неэтичности стало причиной его изгнания, когда он возгордился, проявил самодовольство и зависть к Адаму, салам, и не подчинился повелению Всевышнего. Не поклонившись, он был изгнан так, как нарушил этику по отношению к Всевышнему. Итак, то, что нас наиболее возвышает перед Всевышним, связано с этикой. И самое опасное, что нас может привести к отдалению от Всевышнего, также связано с этикой. И это одна из тайн Всевышнего. Эта мудрость Всевышнего сводится к тому, что скрытый адап, который проявляется словами или поступками, является доказательством искренности служения Всевышнему. Когда человек осознает сущность тавхида, когда его сердце оживится божественным светом искренности, освидетельствованием Всевышнего, осознанием, что Всевышний смотрит на него, человек начинает вести себя с пониманием, что он под взором Всевышнего, а тот, кто чувствует это, как же он будет вести себя? Истинная этика, которая объединяет скрытый смысл и внешний смысл, проявляющийся в этике, в словах и поступках, связана с пониманием человека истинности таухида. И поэтому говорят, тот, кто улучшил свою этику и нрав, тот улучшил свой тасауф. Эти слова относятся к шейхам Тасауфа, да будет доволен и Аллах. После изучения явных наук, что является самым важным, они в первую очередь уделяли внимание обучению своих учеников этике

Вы правы, они придают изучению шариатских наук первостепенное значение, без них нет прохождения этого пути и самого пути, уделяют особое внимание пророческой сунне. Затем мы находим, что основой в получении пользы от шариатских наук и основой исследования сунни, сердцевинной сунны является связь перечисленного с их лясом, искренностью, основанной на осознании взора Всевышнего. Без присутствия искренности знания, деяния не принесут пользы, ни изучение, ни джихад не принесет пользы. Поэтому праведники говорили, что все деяния равны нулю. Намаз ноль, закат ноль, джигад ноль, пост ноль, пока рядом не поставишь цифру. Этой цифрой является и хляс. И как бы много не было нулей, пока перед ними не поставить цифру, нет им цены. И как только впереди окажется цифра, каждый раз, когда прибавляется ноль, увеличивается и цена. Достоинством адаба, который проявляется в поведении, используемый для приближения ко Всевышнему, является то, что он отяжеляет чашу благих деяний и служит Причиной увеличения знаний. Ваш вопрос, как научиться этике? Есть много разновидностей этики. Общая этика. Недостойно мусульманину не придерживаться ее. Получение этой этики не нужен шейх, обучающий ей. Это общая этика, основополагающая для всех мусульман, приобретается при помощи любви к пророку, саллиллаху алейхи вассалам, изучением сунны, его адаба. Она извлекается из адаба пророка, алейхиссалату вассалам, в разговоре, в жизни, отношении к людям, в одежде, в пище, питье, в сватовстве, общении, в диалоге. Следование за пророком, саллиллаху алейхи вассалам, приводит человека к этому адабу и самоконтролю. Достижение особой степени адаба, степень приближенных, невозможно достичь ее без шейха, способного воспитывать и вести по пути приближения, который обучался у другого шейха, который воспитывал его как предыдущий шейх, и так поднимаясь по цепочке преемственности и воспитания до сподвижников, которые окружали пророка, саллиллаху алейхи вассалам, и были воспитаны им. Пророк, алейхиссалату вассалам, воспитал сподвижников и членов семьи. Они воспитали табиинов, табиины обучили своих последователей, и так по цепочке дошло до шейхов, которые объединили знания шариата деяниями, соответствующие знаниям, возвеличиванием сунны, твердым убеждением с адабом. Настолько, что человек чувствует сущность адаба от взгляда на шейха, العلم الشرعي والعمل بهذا العلم وتعظيم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ورسوخ القدم في اليقين والاعتقاد وبين الادب الذي يشعر الانسان بانه يتلقى معاني التربيه من النظر اليهم قبل الاستماع الى حديثهم Поэтому говорят, если тебе приносит пользу взгляд, не принесет пользу и речь. Когда ты видишь поступ шейха по земле, ты чувствуешь, как воспринимаешь воспитание от одного взгляда на его поступ. Рабы милостивого – это те, которые ступают по земле смиренно. Даже походка имеет значение в воспитании. А когда невежды обращаются к ним, они говорят благие слова. Это особенность воспитания, которую воспринимаешь от шейха, который воспитывает и ведет по этому пути. Шейх, который не мстит за себя, не гневается из-за своей плоти, прощает, добром отвечает на зло, великодушный, терпеливый, скрывает ошибки людей, пытаясь изменить его, не выдавая его ошибки, отрешенный от мирского в том смысле, что освободил от мирского сердца, а не руки. Шейхи добродушны к людям, принимают людей у себя дома, оказывая всем уважение, как это делал пророк, саллиллаху алейхи вассалам, принимая людей и оказывая им почет, не пренебрегая бедными, не унижая их или желая получить мирское. Все тонкости невозможно извлечь из книг или из проповедей, они приобретаются практикой, соблюдением этики. لا يمكن ان تتلقى من الكتب ولا من الاستماع الى الخطب وانما تؤخذ بالممارسه بالسلوك اذكر في ذات يوم كنت مع شيخي رحمه الله تعالى Вспоминаю, как мы были с нашим шейхом Рахимаулла. Мы вышли из Мавлида и сели в машину, закрыли дверь. Подошел один из учеников, открыл дверь, поцеловал руку шейха, немного поговорил с ним, закрыл дверь. Прежде чем тронулась машина, он вернулся. Шейх спустил стекло и поговорил с ним еще несколько минут. Когда человек удалился, машина тронулась, шейх попросил остановиться и обратился ко мне. «Али!» Я ответил, «Я перед вами». Он сказал, «Этот человек прищемил мой палец». Прищемил палец в первый же раз, потом вернулся, но шейх не показал вида. Я вышел из машины, открыл дверь, палец кровоточил. Я спросил, «О, шейх, почему ты нам не сказал сразу, а промолчал, пока он не вернется поговорить с тобой?» Он ответил, «Я не хотел, чтобы он узнал, что придавил мой палец дверью и переживал об этом». Вот суть Прочитав тысячи книг невозможно овладеть этим, не увидев этого от шейха, с которым ты сподвижничаешь, который ведет тебя по этому пути. Итак, вот особенность воспитания в получении высоких нравов, к которым ты стремишься, которые не приобрести без шейха. Поддерживание дружбы с шейхом связано с любовью, уважением ради Всевышнего, наполнением сердца желанием следовать ему в нравах, а не стремлением стать шейхом. Вот основной смысл, так как Всевышним это вложено в человека. Человек по природе следует поступкам, а не словам. Воздействие поступков более значимо, чем воздействие слова.

В ее первых строках он говорит о желании дружить в этой жизни с духовными наставниками. Нет усадов в жизни, кроме как дружбы с факирами. Они султаны, господа, правители, соблюдая этику в их присутствии. Имеет ли отношение к вере та дружба, о которой говорит шейх Абу Мадьян, да будет доволен им Аллах. Не подобает такому, как я, толковать степени господина Абимадьяна. Но тем не менее, я с детства слышал об этой поэме от своих учителей и наших братьев. Мы нашли в ней обширный смысл. Он чувствуется душой, хоть и непонятен смысл слов. Но с годами, когда приступаешь к чтению книг, открываются некоторые смыслы этих слов, особенно в комментариях господина Ас-Сакандари, затем в комментариях Ибн Илляна. Также кажется и Ибн Аббада есть шарах на эту касиду. Когда смотришь эти толкования и размышляешь над значениями, понимаешь, что в этой касиде великий способ для возвышения человеческой души. Автор пишет, нет услады в жизни, кроме как дружбы с факирами. Под факиром подразумевается нуждающийся во Всевышнем, будь то бедняк, не имеющий имущества или богатый, но сердце которого связано Всевышним. О, люди, вы нуждаетесь в Аллахе, а Аллах не нуждается. Термин Факер используют Суфии в названии вступившего на этот путь Ахирата. В этой осыде высокое воспитание, чтобы человек постоянно помнил о своей нужде к Всевышнему. Нет слады в жизни, кроме дружбы с факирами. Истинное удовольствие, не препятствующее возвышению, это не наслаждение тела, это наслаждение души и сердца. Такое наслаждение почувствовав его, человек познает истинное наслаждение жизни. Даже удовольствие тела зависит от этого пища имеет особый вкус для тех кто чувствует наслаждение души питье сон все что дозволил всевышний так как они чувствуют в этом связь с тем кто дарует все блага их души озаряет свет благодарности всевышнему нету слады в жизни кроме дружбы с факирами. Почему наслаждение жизни связано с ними? От дружбы с ними сердца людей наполняются осознанием потребности во Всевышнем. Дружба с теми, кто чувствует потребность во Всевышнем, оберегает тебя. Они блюстители пророческой этики, обладатели благого нрава, скромности, люди, призывающие ко Всевышнему, обучающие, дающие наставления, любовь, заботящиеся о других. Когда тебя охватывает дружба с ними, ты постигаешь усладу жизни, так как ты поднялся до наслаждения души, которая не сравнится с наслаждениями тела. Нет услады в жизни, кроме как дружбы с факирами. Они правители, предводители и повелители. Почему же они стали правителями? Потому что они освободились от рабства своему навсу. Нет хуже унижения, чем быть рабом своего навса. Ислам пришел со светом единобожия. Он освободил наш разум и сердца от служения кому-либо, кроме Всевышнего. Также ислам пришел, чтобы освободить нас от рабства своему нафсу и служения нафсу. Они правители, предводители, потому что они освободились от рабства своему нафсу или же на пути этого очищения нафса. Человек, достигший их уровня независимо от творений. Воистину нет у тебя власти над моими рабами. И шайтан не имеет над ними власти. Дунья не имеет над ними власти, так как освободившись от навса и его страстей, Дунья не подступает к ним. Дунья мирское играет с теми, кто является рабом своих желаний, которого поглощают страсти и желания. В этот момент появляется мирское со своими красотами и вводит в заблуждение. А тот, кто не подчиняется навсу, над тем не властвует мирское. Вступивший на путь приближения ко Всевышнему, тот, который освободился от плена навса, поднимается в степенях искренности, он не стремится к любви людей. Люди не влияют на него. Если человека хвалят, он соблазняется похвалой. Если порицают, он злится, ненавидит, мстит. Если ему что-то дарят, он испытывается этим. Если ему не дают что-либо, его недовольство проявляется к тому, кто его лишил этого. И в этом есть скрытая многообразия. Божие, его сердце какое-то время остается отвлеченным, ведь тот, кто дает и лишает на самом деле, это Аллах. Люди не оказывают влияния на того, кто освободился от рабства своему нафсу. Человек, не подвластный шайтану, навсу, людям, разве не станет султаном? Он сам становится султаном своего нафса в осознании своей нужды ко Всевышнему. Хишам ибн Абдуль Малик, бывший правителем, отправился в хадж. Он начал совершать обход Каабы. Он слышал о нашем господине Салиме ибн Абдуллах ибн Умар ибн Хаттаб, являющийся ученым факиром Медины. Хишам желал встретить Салима, Аллаху анху. Прибыв в Мекку и увидев Салима, совершающим обход, он присоединился к нему, ускорив шаг. У шафиитов, если ускорить шаг с намерением догнать человека, эти шаги не принимаются, как таваф, так как он изменил намерение. И так он поспешил к Салиму и поприветствовал его. Салим ответил на приветствие и продолжил обход. Он обратился к нему повторно, сказав, «Разве ты не узнал меня? Я Хишам ибн Абдуль Малик, повелитель правоверных». Салим ответил, «Да я узнал тебя, да одарит тебя Всевышний благом». И продолжил обход. Правитель не встречал подобного прежде и не привык к такому. Султан, к которому стремятся попасть все, он пришел к нему, и он ограничивается всего лишь ответом на приветствие и мольбой за него. Ишам спросил, разве у тебя нет нужды? Мирские люди привыкают к тому, что люди, встречая их, просят у них. Это рабство. Он спросил, разве нет у тебя нужды? Салим повернулся к нему. «Горе тебе, Хишам! Разве буду я просить у кого-то, находясь рядом с Домом Всевышнего?» Он не нуждается ни в чем и ни в ком помимо Всевышнего. В этом не было гордости, и он не проявил гордость к нему. Он был скромен. Он просто удивился. «Горе тебе, Хишам! Разве буду я просить у кого-то, находясь рядом с Домом Всевышнего?» Стесняюсь просить у кого-либо в присутствии Аллаха. Хишам содрогнулся. Он удивился отсутствием нужды в ком-либо этим султаном, который был перед ним. Когда Салим вышел из мечети, он спросил его опять, «Сейчас ты вышел из дома Всевышнего. Разве нет у тебя нужды, которую я мог бы исполнить?» Салим спросил, «Из нужд этого мира или вечного, о Хишам?» «Нужда Ахирата? Я не властен над нуждами Ахирата. Нет нужда этого мира». Тогда Салим сказал, «Позволь мне пройти. Разве мир принадлежит тебе? Я прошу у хозяина этого мира, а не у тебя». Вот истинная власть, в которой нет примеси ненависти, неприязни, гордости и злобы. Она произрастает из чистой потребности во Всевышнем. Если человек осознает нужду ко Всевышнему, того Всевышний возвысит до этой степени. Некоторые люди, услышав истории благочестивых праведников о том, каким величием они обладали, ошибочно полагают, что их величие происходит от гордости. Они начинают проявлять гордость в общении с продавцами, обращаются гордо к начальству, не отдают должного уважения тому, кто это заслужил, не подчиняются тому, кому велено Всевышним подчиняться, теряет рамки приличия и становится гордым, высокомерным, скандальным. А это не то, о чем мы говорим. Один из судей пришел к правителю Маамуну. Он захлопнул дверь, поднял на правителя голос, размахивал руками, ошибочно полагая, что тем самым приближается к Аллаху, думая, что провозглашает истину перед несправедливым правителем. Он упускает настоящий смысл слова истина. Когда этот человек закончил свою речь, Маамун сказал, присаживайся и успокойся. Всевышний послал того, кто лучше тебя, к тому, кто хуже, и сказал, «Говорите с ним, фараоном, мягко». Сурат Ага, аят 44. «Ведь Муса и Харун лучше тебя, а я не хуже фараона». Тут различие в понимании величия. Величие обретает тот, кто покорился Аллаху. Тот, кто подчинился Всевышнему, почувствовал смысл этики ко всем творениям Аллаха, произнося соответствующие слова, возвысится в сердцах, прежде чем любой притеснитель. Вспомним хаджаджа, когда к нему величественно обратился один из великих табеинов, Сад Ибн Джубайр. Он ответил ему с величием, однако там не было гордости, лишь величие истины, опирающейся на покорности Всевышнему, несмотря на то, что Хаджадж убил его, но все-таки слова Саида оставили след в душе Хаджаджа. Он лишился сна, ворочаясь в постели, он повторял, что будет со мной и с Саидом и Бенджубайром. Величественные слова, не подкрепленные пониманием своей ничтожности перед Всевышним, не воздействуют на собеседника. Нет у слады в жизни, кроме как дружбы с факирами, они султаны, господа и правители. Поэтому держитесь их общества и Адаба на их собраниях. Так как общение с ними возвышает тебя, очищает твое поведение и внутреннее состояние, дружба с ними наставляет. Но послушай, если хочешь приобрести пользу от общения с ними, свяжи свое общение с этикой, держись Адаба на их собраниях. К чему же в первую очередь призывает шейх Абу Отбрось свое «я» назад, когда они возвышают тебя. <говорит> То есть навс является преградой, отделяющей человека от Всевышнего. Навс препятствует нашему духовному росту. Навс мешает человеку в любом деле. Насколько человек подчиняется нафсу, настолько он и лишается пользы. И наоборот, насколько человек противостоит нафсу, настолько и приобретает пользу. Поэтому он сказал, отбрось свою я, ты увидишь от них уважение и почет, но пусть это не обманывает тебя, не считай себя лучше других. Они оказывают почет, потому что их сердца обращены ко Всевышнему, потому что они имеют хорошее мнение о людях, и они считают себя хуже других, а всех остальных лучше себя. Благодаря этому их поклонение становится совершенным, поэтому они превозносят тебя. В тот момент, когда они превозносят тебя, то возвышайся духовно, а не превозносись над другими. Отбрось свою я назад, когда они возвышают тебя. По этой причине мы нуждаемся в борьбе со своим эгом, наибольшей страстью которого является желание говорить. تقدم بروحك تقدم بجسدك لكن لا تتقدم بحظ نفسك وخلي حظك مهما قدموك وراء وبهذا تحتاج الى ان ترتد على مورد مجاهده النفس التي من اعظم شهواتها حب الكلام يا прошу прощение у Аллаха за желание говорить говорю о страсти к разговору о сам погрузился в него да простит меня и нас всех за это Страсть к разговору усиливает твое эго, так как благодаря речи ты показываешь свое знание, понимание, способность объяснить, воздействовать, повелевать благое, запрещать порицаемое, приобретая почет и уважение людей. Это чревато плохими последствиями, поэтому в начале пути призывают к молчанию. Стремись в речи лишь к поминанию Аллаха и напоминанию другим. Остерегайся многословия, так как это приводит, во-первых, к запретному, как хула, сплетни и так далее. Во-вторых, трати времени на то, в чем нет пользы, даже если речь не будет запретной. В-третьих, к потаканию на и самодовольству, будь даже разговор о хорошем. Храни молчание, пока не будешь спрошен, затем скажи, нет у меня знаний, и скройся за невежеством. В этом огромный смысл, это не относится к сокрытию знаний. Тут речь идет о вопросах, на которые не является обязательным дать ответ или же, когда рядом есть кто-то, кто может ответить. Что же касается того случая, когда ты находишься в местах, где не знают обязательных вещей сунатов и нуждаются в обучении, то нельзя молчать. Необходимо обучать. Во время обучения в первую очередь обращайся к себе, не думай, что обучая других ты лучше них. Мы также нуждаемся в проповеди, как и другие, чтобы мы считали других лучше себя. Знания будут доводом против нас в судный день. В обществе с этими благородными людьми и наставниками будь внимательным, чтобы не поддаться желанию говорить, храни молчание. Ты воспитываешь навс, ограничивая себя в речи. Сохраняя молчание, ты успокаиваешь свой внутренний мир, веден подобен пруду с водой, когда пруд спокоен, вода очищается от ила, и ты можешь увидеть то, что находится на дне. Также и наше тело, в которое вселил душу Всевышний, которое является его тайной и местом, за которым Всевышний наблюдает. Когда успокоится твое тело, подобно пруду, и осядет ил, он наполнится светом и станет возможным увидеть то, что находится на глубине. И ты увидишь в душе таинство Всевышнего, не являюсь ли я вашим Господом. Души ответили, да, ты наш Господь. Всевышний не спошлет на раба блага из своих щедрот. Все это плоды молчания. Плодами молчания являются малая речь, обучение. Как сказал один из познавших Аллаха, подумай о мудрости Всевышнего, Он дал нам один язык и два уха. У нас нет двух языков и одного уха, а наоборот два уха и один язык. Чтобы мы знали, что слушать и обучаться нам нужно более, чем говорить. Слушать необходимо больше, чем говорить. Храни молчание, пока не будешь спрошен, затем скажи, нет у меня знаний, и скройся за невежеством. В словах нет у меня знаний, нет лжи и противоречия действительности, так как то, о чем тебя спрашивает, кто-то знает лучше тебя. Да одарит нас Всевышний пониманием этого. Польза от этой кассы бесконечна, но все-таки прошу вас уделить время другим ее строкам. Смотри внимательно на шейха в его состоянии, и, возможно, след его одобрения будет замечен на тебе. Ваш ответ станет завершением нашей беседы. Шейх, познавший Аллаха, изучивший шариат и совершающий поступки соответственно ему, постигший науку воспитания душ, принявший воспитание от своего шейха путем цепочки преемственности, доходящей до пророка, саллиллаху алейхи вассалам, знает тонкости таинства души, знает притворство навса и что может привести к духовной гибели. Наставник указывает путь очищения от качеств, которыми недоволен Всевышний, помогая приобрести достойные качества.